Приветствую, дорогие друзья, на канале AndroHacker АПК. И сегодня вам расскажу, как активировать секретный антивирус, который уже вшит на вашем телефоне, который есть, но почему-то вы ним не пользуетесь. Ну а перед этим прошу вас поставить лайк, подписаться. Больше видео вы найдете, естественно, здесь. Ну а мы начинаем. Для этого нужно перейти вам в пункт, который называется «Безопасность». Здесь вы можете и антивирус найти, и ускорение питания и так дальше. Но не совсем удобно каждый раз сюда заходить, чистить память и так дальше. В правом верхнем углу мы найдем такую шестереночку, затем ярлычки. И здесь мы вот такой вот найдем антиспам. Или же антивирус, как я на него называю. Вот он. Активируем напротив него полосочку вот эту и получаем на своем рабочем столе вот такой вот антивирус. Нажимаем на этот антивирус и запустился проверка. Доступ с кодами подтверждения. Как видите, проверка запущена, антивирус работает, и я таким образом каждый раз проверяю свой телефон на наличие вирусов. Больше видео вы найдете, естественно, здесь, где я снимаю такие видосы каждый день. С вами был AndroHacker АПК. До скорого. Запуск начался. Все в порядке, как видите. Ну, у вас, у меня все в порядке, а у вас может быть что-то плохо. Так что проверяйте, На этом не останавливаемся. Больше видео смотрите в следующей серии.